Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Никит Паркер, и знаете, я на Суперфесте открывал очень мало, но все-таки вы меня переубедили, и я сейчас буду открывать 11 капсул, потому что более 300 человек в сообществе ответили «да». Я такой думаю, ну ладно, окей, го. Блин, знаете, как-то стрёмно, что вдруг ничего не выпадет, и кстати, вот жалко, что я теряю 11 капсул на моё мега-открытие, но, ребята, все равно, погнали. Если не выпадет ни одного убера, это будет просто капец. Смотрите, первая капсула рарка. Я, кстати, один из капсул прям очень давно не открывал. Вот, ну, ладно. Хотя бы суперка. Это уже хотя бы не как у меня один раз было на Epic Face, блин, 10 рарок. Нет, даже 11 рарок. Так, ровер, блин. У меня ощущение, что реально не выпадет сейчас убера. Не знаю почему. Дальше, четвертая. О, Маеда Кейджи. Маеда Кейджи, это, ладно, все, сори, я уже очень сильно доволен открытием, потому что Маеду Кейджи я очень сильно хотел, и теперь у меня прям очень, блин, Маеда Кейджи, ладно, все, домой, я очень сильно рад, что Маеда Кейджи выпал, ё-моё, это же офигенный танк против черных, он мне так сильно сейчас будет помогать теперь, ё-моё, хуй, капец, парни, все, это домой просто. Можно... Нет, лучше, чтобы еще, конечно, какой-нибудь фестовичок выпал, но... Видимо, нет. Ну, блин, Маеда Кейджи, это уже хорошо. Хип-хоп, да хип-хоп, все, парни, я домой иду. Просто хип-хоп это открытие, имба. Хип-хоп это что? Ну, это хип-хоп, ё-моё, парни. Так, боксер это боксер, понятно, и пусть идет домой. Бокс мне тут не нужен твой, но Маеда Кейджи это имба. Ровер, блин. Дай еще одного убера и... Все, Маеда Кейджи выпал хотя бы новый, я уже этому рад. Он у меня есть. Блин. Он у меня есть. Как же жалко. Может, еще одного? Ладно, и все, это последняя капсула была, да? Да. Ну, ё-моё, нет, два убера выпало, дорогие друзья. Я считаю, что вам лучше стоит открывать тут. Вот, у меня сколько этих повторных уберов? У меня вон две луги. Короче, много всего тут у меня накоплено. Так, нужно пловцов еще юзнуть, ё-моё, чего их не юзал. Так, все. Сейчас вкачаем Маеду Кейджи. Если хотите на него обзор, то пишите в комментариях. Вот, а по поводу ролика насчет там группы, то это будет в ближайшее время. Вот, повторюсь, в ближайшую неделю я это сделаю. Пишите, у меня Хронос есть. Я уже, блин, парни, я реально забыл, что у меня Хронос есть. Ох, нифига, подождите, мне интересно, сколько у меня из вот вайросов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть уберов. А сейчас за него еще 5 баночек получить, это же обязательно. Так, смотрим, где. Уберы, так. Вот туда, да. О, мне из этого ряда теперь у меня очень много уберов, ё-моё, смотрите. Так, 4, потом 5, так, это 9, потом 3, 12, 15 уберов из одной. Это уже больше половины вроде, да? Подождите, тут у нас получается... 24, да, ё-моё, мне осталось еще 9 уберов собрать, и меня, блин, полностью будет отсюда все уберы. Блин, если я соберу, это капец, это же имба будет. Ну, дорогие друзья, я советую вам все-таки открывать, потому что это просто имба, блин, мне еще теперь нужно копить еще больше, вот потому что я открыл один из капсул. Ну и вот такой получился ролик, напишите свое мнение. Я, конечно, понимаю, что мне выпала одна повторка, но Маеда Кейджи, это имбовый убер против черных. Кто не понимает, просто тот... Уходи, ладно. И всем удачи, всем пока.